Дорогие коллеги, добрый день. Я Наталья Сукманская, групп продукт менеджер компании Ipsen по направлению эстетика. И я хотела бы пригласить вас к участию в Ipsen Aesthetic Experts Club Meeting конференции, которая состоится 22-23 мая в Москве. И я хотела бы задать вопрос об этом событии нашему научному директору данного мероприятия, профессору Олесе Урадели. So, dear professor, please, could you tell us about this meeting, Ipsen Day? So, nice meeting you. Добрый день, дорогие коллеги. I also invite you to the participation. Я приглашаю вас к участию в этом мероприятии. The philosophy will be practicity. Философия этого мероприятия – это практическое применение различных техник. So, we want make a very good update, a very quick update on all the main techniques using this book. И в рамках данного мероприятия мы сделаем обновленные техники, представим всех техник, которые с помощью которых вы можете использовать ботулинотерапию и диспорт. I hope it will become in the next years a must for the update of all the colleagues from all over the world and from Russia. И я надеюсь, что это мероприятие станет наиболее значимым в мире эстетики, не только в России, но и для всех международных участников и коллег. I hope to see you in Moscow. When? Я надеюсь увидеть вас в Москве 23 и 22 мая. Чао-чао!